отвечает за своих подданных. Ни больше, ни меньше. Асгардские проблемы — это асгардские проблемы. Мир перевернулся. Мой герой, Зевс, струсил. Порыщи. Первое. Да, мне страшно. У Гора есть микромеч, и он может нас убить. Скверно. Второе. Знаю, ты за правое дело радеешь, все ясно. Но сейчас ты наводишь панику. Паника — это скверно. Здесь безопасно. Ты, друг мой, в безопасности. Так гони печали. Выпей вина, фруктов поешь. Во всемогущем городе нет запретов. Лишь один нельзя перечить Зевсу. Я дал маху верну тебе одежду. Возвращаю тебе одежду! Пшик, пшик! Ибо это золотой храм богов, а не фестиваль, свистулик. Не желаешь помочь? Дай хоть твое оружие, твою электрострелу. Моя стрела зовется молния. И думаю, когда просишь такое супероружие, надо сначала хотя бы выучить его название. Одолжи мне молнию. Молния!